Ребят, привет! Этот ролик без монтажа. Я хочу показать сейчас вам очень крутую мою самоделку. Ну, чё, как? Она работает, там всё есть, но электрика в ней почему-то не работает. Это вот такой 3,5-килограммовый монстр Лего-техник. Ну, в одном из предыдущих роликов, где один эльмотор тянул сразу 24 колеса, я сказал, что сделаю самоделку на похожем шасси. Ну, тоже шасси от него, только почти в два раза укороченное. Батарейный блок включен. Вот. Послушайте. А ведь моторы подключены. Сервомотор и два L-мотора. Ну, батарейный блок есть. Похоже, из-за того, что тут примерно полсотни шестеренок, 3,5 килограмма веса, да и гигантские понижения. Примерно 1 к 11 понижения. То есть колеса крутятся в 11. Да заткнись, собака. У меня собака лает на этаже выше. Тут один к одному, потом здесь 1 к 8 понижение. И понижение 1 к 3. 1 к 11 выходит. Но рулевое управление. Без понижений каких-либо. Ну и, в общем-то, так все. Она реально простая. И давайте ее сейчас немного подразберем. Ну, для начала я хочу сделать фото для превью-видео. Все, фото сделал. На всякий случай еще одно. Все, ребята, сделал. Можно разбирать. Сначала давайте клеммы отцепим. Ну и сам приемник. Давайте. Цепим вот эту вот часть из сплошных балок. Снимем вот это. Вот это. Батарейный блок довольно легко снимается. Снять крышу. Ну и... все такое. Ну, ребят, круто было бы, если бы это был набор. Так как реально этот набор... Вот здесь есть электрика, как в 42095. Ну, конечно, еще сервомотор вдобавок. Панельки, куча колес, шестеренок. По-моему, довольно редкие вот такие панельки. Ну и сейчас я вам хочу сказать, за сколько я бы продавал этот набор. За 7000. Так, вот наше понижение. Вот серво. Сюда мог бы приемник вместиться, но тут шестеренки. Я боюсь, что-то там сломается. Тут спереди очень слабая нагрузка. Сюда нужна такая нагрузка, что аж... чтобы такая нагрузка была, надо давить 5 килограмм, чтобы при том, что колеса крутятся, вращаются при рулевом управлении, то это как-то влияло на машинку. И тем более здесь тащит только один мотор. Второй тупо не хочет. Поэтому здесь стоит вот такая вот шестеренка, которая свободно вращается. Один мотор может тянуть 8 килограмм. Ну, 7,5. 3,5 килограмма вот эта моделька и 2 2-литровые бутылки воды. Ну, как сказать, воды. Сока. Давайте это все вытащим. И наш вот этот вот механизм понижений. Одной рукой неудобно как-то это все делать. Так, раз вытащили пин,
два, вытащили пин и вытащили наши моторы. Ну и сервомотор также. Но тут ему бортики мешают. Все. Электрика вся вытащена. Эта модель все равно очень тяжелая. Бортики снимаем как-нибудь. Как-нибудь, не знаю, как-нибудь можно. О! Ну и в основном само шасси. Вот такой гениальный способ здесь рулевого управления. Ладно, ребят. Думаю, на этом все. Всем пока.